Меня зовут Даша Кукушкина, я приехала из Ленинградской области, стала абсолютным победителем в первенстве среди детей на лошади по кличке Азия. Высоты были 120, 125, 130. Все три дня я занимала первые места. На второй своей лошади по кличке Казанова мне главное было просто проехать по маршруту, посмотреть, как он себя ведет, как он управляется. Были ошибочки. В первый день, ну, был один повальчик, но тренер сказал, что ничего страшного, это моя ошибка была. И вот сегодня точно так же был один повальчик, но я вообще первый раз на нем сижу. Эту лошадь мне привезли за день до соревнований. Родители сказали, что это был подарок за мои хорошие выступления в году. Эти соревнования были отборочными на Европу, и поскольку я хорошо проехала, я туда поеду.